город Medicine Hat в провинции Альберта, будет поставлять 42 мегаватта электроэнергии и предоставлять в аренду земли компаниям, занимающимся майнингом криптовалюты в Торонто. На строительные расходы компаний понадобится около 100 миллионов долларов. Medicine Hat предлагает недорогие тарифы на коммунальные услуги и готов поддерживать компанию Mining Corporation, которая поставит оборудование для производства биткоинов рядом с новой электростанцией Unit 16. Ожидается, что работа начнется в сентябре и в итоге позволит утроить эксплуатационную мощность компании до 61 мегаватта.